такие красивые, как никогда. Ну все, все, там люди, чувак. Хватит играть на камеру. Приветствую, с вами Лилия Донскова. Сегодня я вам расскажу о новинке из каталога номер 9. Это кремовый хайлайтер для кожи лица. Он делает невероятные вещи, позволяет коже выглядеть более отдохнувшей, придает здоровое сияние. И специальные частички делают несовершенство кожи менее заметными. Давайте попробуем этот крем. Я его только вчера получила, умираю уже от любопытства, как это будет выглядеть. Я наношу небольшое количество на руку, всегда можно добавить, сколько нужно. Хочу обратить ваше внимание на объем, целых 30 мл. Я буду работать как вот спонжем специальным и кистью. То есть, где удобно, тоненькие полосочки буду наносить спонжиком, заодно попробуем, что лучше будет лежать. Сразу отмечу, что цвет крема очень нежно-розовый, такой прям сияющий, и я буду брать понемножечку. И начнем с носа. То есть, да, нам рекомендуют наносить на переносицу небольшую полосочку. И помним, все, что сияет, оно увеличивает. То есть, когда мы одеваем блестючие штучки, да, мы сразу становимся более таким выразительным. Поэтому не довожу до кончика носа, потому что у меня форма носа достаточно такой, нос удлиненный, поэтому я не хочу его визуально еще больше удлинять. Маленькую полосочку на переносицу. Да, я сразу отмечаю, что идет такое сияние приятное. Нанесем вот на эту зону под глаза. Выведем вот это место. Да, великолепно ложится. Ничего лишнего. А тут же я высветлю под бровью. Тут это красивое сияние под бровью, оно поднимает бровь и делает лицо визуально более таким привлекательным, взгляд открытым. Можно над бровью, у меня вот, правда, челка тут закрывает. Но если вы челку не носите, то обязательно носите еще и в эту зону. Так. Нанесем над губой. Немножечко. Только наносить нужно до того, как вы накрасили губы. А у меня уже губы накрашены, поэтому нужно делать особо аккуратно. Прикольно. Под губой и в ямочку на подбородке. Хочу немножечко высветлить вот эту зону. Угу. Посмотрите разницу. То есть я работала с правой половинкой, левую не трогала. То есть действительно правая сторона сразу так засияла и выглядит визуально моложе. Мне очень нравится. Нам интересно, сколько этот эффект у нас продлится. Ну что, работаем со второй половиночкой. Также аккуратненько наносим. Тушуем. Под бровью. Над бровью. Думаю, что это можно сделать также и пальчиками, и кисточкой, то есть любым способом, который вам более комфортен. Ну, вот такой эффект. Очень интересно, смотрите, у меня много осталось, поэтому, конечно, брать нужно сразу немножечко, чтобы не было лишнего перерасхода средства. И если макияж будет вечерний, то, я думаю, можно больше блеска лицу добавить, будет еще интереснее смотреться. Потому что действительно такой здоровый, приятный блеск, это сейчас очень модно, поэтому нужно шагать в ногу со временем и пользоваться
инновационными разработками. Итак, рекомендую. Одобрено. Берем. Спасибо за внимание. Жду ваших отзывов. Кто уже брал для себя хайлайтер, напишите, как ваше впечатление, какой эффект вы заметили и ваши отзывы. Всем всего самого классного. Пока-пока.